Окружные депутаты от «Единой России» приняли участие в 6-м открытом первенстве Объединенной Федерации традиционного карате России. Участниками соревнований стали 150 спортсменов из Одинцова, Москвы, Владимира и Калуги. Карате – это боевое искусство, которое положительно влияет на физическую форму занимающихся, развивает самодисциплину, уравновешенность и, конечно, это эффективная система самообороны, подчеркнул единорос Михаил Солнцев.